И еще о конкурсах. «Салют, победа!» В Муроме прошел первый этап Всероссийского фестиваля народного творчества инвалидов по зрению. С самодеятельными артистами разных возрастов познакомилась наша съемочная группа. Подробности в сюжете. Я встретил ее, одинокую, в поле. Она пробиралась за дами к своим, чтоб рассказать, что у них на подворье секретная пушка фашистов стоит. Геннадий Ребедь прочитал свою собственную поэму «Звезда с отбитой эмалью». Для человека, чье детство выпало на страшные годы войны, тема Великой Победы всегда была одной из главных в творчестве. Я помню, как отец уходил на войну, много чего я помню. И помню, как мы с сестренкой едем в трамвае и грызем буханку хлеба и сами плачем, потому что будем наказаны. Эта буханка была на день, на всю семью. Мужество, энергетика, многогранность талантов, мастерство на уровне профессионализма. 8 муромских участников первого тура вложили в песни и стихи искренние чувства любви к родине. Тема победы, она замечательна тем, что она сквозит буквально из сердца каждого участника. Они выкладывают свои эмоции, исполняя песни и читая поэмы и стихи. Социальная реабилитация и интеграция людей с инвалидностью. Всероссийский самодеятельный фестиваль позволил людям с ограничениями по зрению раскрыть свои таланты и порадовать зрителей своим творчеством. Я исполняла «Вечер на рейде» и «Эх, дороги». Мне очень нравятся эти песни, они очень эмоциональные. Людям с проблемами зрения нужно расти творчески, принимать участие в различных фестивалях, везде общаться. Важно живое общение. Лучшие исполнители, которых отметит жюри конкурса, будут отстаивать весной честь Мурма уже на областном уровне. Елена Петрова, Руфин Мухамедьяров. Новости Муром.